Комодский варан, или гигантский индонезийский варан, или комодосский варан, он же комодский дракон, а аборигены индонезийских островов, где он обитает, называют его ора, что в переводе наземный крокодил. Взрослые комодские вараны обычно до 3 метров в длину и весят до 100 килограммов. Самцы заметно крупнее самок и в некоторых случаях могут достигать до 3,5 метров и весить более 130 килограммов. Он имеет две ядовитые железы в нижней челюсти, которые вырабатывают токсичные белки. Эти белки при попадании в тело жертвы препятствуют свертыванию крови, снижают кровяное давление, способствуют параличу мышц и развитию гипотермии. Все в целом ведет жертву к шоку либо потере сознания. С вами канал «Планета Земля».